відіскоп. Я чітко осознавав, куди я їду. Кирил Борисович Погостинський предупреждав мене і не строїв ніяких воздушних замків переді мною. Тобто, він чітко дав мені зрозуміти, що це ігроки, які у нас є, і ми будемо з ними працювати. Те три чоловіка, з якими ми зараз усилились, це вже наша совместна наработка. Ми стараємося по мере возможности усилить нашу команду. Из положительных моментов можно сказать, что у нас уже есть костяк команды добротный. Ребята, которые показывают удовлетворительную игру буквально каждый вечер, когда мы играем. И на данный этап, учитывая то, что мы всего месяц вместе, это очень хороший результат. Мы стараемся доказать, что мы можем играть украинским составом, молодыми парнями, которые хотят бороться, которые хотят доказывать свою профпригодность на площадке. У нас не было возможности полностью провести вместе предсезонную подготовку. По объективным причинам мы познакомились с ребятами только 12 октября. Вопреки правильной постановке пришлось начинать сразу с тактики и с постановки защитных построений, с наигрывания комбинаций и уже в ходе этого пытаться делать какие-то вкрапления физических упражнений на выносливость, на скорость и так далее, потому что катастрофически не хватает времени, игры поджимали, плюс чемпионат довольно непростой, очень специфический, учитывая те моменты, что приходится играть порой каждый день, игру за игрой, и игры стоят довольно плотно, то есть чемпионат очень интенсивный. Витископ. Спортивное видео.